Улица Лермонтова, Сартана. Домов живых нету. Прилетел бомбардировщик, скинул 3 бомбы, блядь. Там вообще 2 дома развалены. Там он попало, развалилось все. Орвала дом. Тут он полностью. И до рыбы. Люди были в подвале и выжили. Слава Богу, в этом доме. Что? Нет, только поехал. Он до Коли сказать кое-что там надо. Позвонить мне надо было. Поехал позвонить, блядь. Да пиздец. А что вы ждете? Да ну, блядь, еще раз пролетит, блядь, пиздец нахуй. А что они ищут, я не могу понять здесь, по мирному... Где одни гражданские, блядь, ебаный вот. Коль, я ничего делать не буду сейчас. Нет. Надо сюда решать с ними или вывозить отсюда, или что. Нахуй ну надо, блядь, делать. Спокойно. Да там тоже, блядь, будет спокойно. Ну, я тебе все, что мог, предложил. Блядь. Да, да, прикрывай калитку. А чё эта калитка открыта, сука? Кто-то лазил здесь. Накорми курей, где зерно? Да хер возьми, где зерно. Накорми животина же, блядь.